Михаила Максакова, Максакову Екатерину, Гольцеву Екатерину и Денисову Ирину, исполнительницу индийского танца Аверовскую Надежду Игореву и всех, кто участвовал и помогал в подготовке нашего мероприятия. Сейчас приветственные слова скажет читатель библиотеки «Живой этики» общественной организации «Путь» Михаил Алексеевич Чернов, Лидия Дмитриевна Синелина, Ирина Николаевна Лейна. Уважаемые земляки, нижегородцы, здравствуйте. Желаю вам счастья и радости. Сегодня мы с вами вспоминаем известного во всем мире путешественника, художника, писателя, философа Николая Константиновича Рериха. Святослав Рерих, сын Рериха, сказал про отца: Николай Константинович всегда думал, что в конце концов главная задача жизни – это самоусовершенствование. Он всегда работал над самим собой. Он хотел подняться над тем, кем он был, и закончить свою жизнь более совершенным человеком. И в этом он преуспел. Мы с вами, уважаемые нижегородцы, должны к этому также, наверное, стремиться. Тематика живописного творчества Рериха необыкновенно широка по своему размаху. Она охватывает не только земную жизнь людей, прекрасные пейзажи, исторические сюжеты или образы святых. Сюжеты картин Рериха переходят привычные жизненные рамки. Они охватывают космос, иные миры, необычные духовные способности человека, тайны ушедших цивилизаций, скрижали далекого прошлого и тайны будущего нашей планеты. Балканское историще Ивана во время визита Святослава Рериха в Болгарию в 1978 году сказал ему: «Твой отец был неземным человеком, не только художником, но и пророком. Все его картины прозрения, они несут в себе скрытые знания». Всего Николай Константинович написал за свою жизнь около 7 тысяч картин, эскизов, задников, оформления сцен, театров. И все они распространены по всему миру. Российский писатель, философ Михаил Бабенчиков писал: «Мудры, видящие в нем не только живописца, но и одного из духовных учителей нашей эпохи». В Индии, где долгое время жили Рерихи, местные жители называли русского художника Махариши, великий мудрец, и Гурудев, божественный учитель. Николай Константинович и Елена Ивановна Рериха всю свою жизнь мысленно принимали от великих учителей Востока учение, названное живой этикой, другими словами, агни-йогой, агни-огонь, йога-учение. Учение представляет собой синтез философских проблем космической эволюции человечества, достижений древней мысли Востока и духовных и научных достижений современности. Живая этика дает людям нравственные критерии изменений мира через самосовершенствование каждого человека как представителя космоса и практические рекомендации по поддержанию духовного и физического здоровья.
Всем желаю здоровья, здоровья, успеха, удачи во всех наших делах. Я буду говорить про эпоху матери и какую роль живая этика играет в воспитании нашего поколения. Это эпоха матери, это эпоха настоящего. Елена Ивановна Рерих говорила, она предвидела, писала, что когда человечество поймет искры фохатта, речь идет об огненных энергиях, бушующих во Вселенной и нисходящих на Землю. В своих картинах Николай Константинович, во многих картинах у него красный всадник. Обратите внимание, это будущее нашей планеты, работа огненных энергий. Эпоха Матери Мира основана на сознании сердца, огня сердечного. Именно великое женское начало занимает высочайшее место в общей схеме бытия и способно решить проблему двух миров – верхнего и нижнего мира. Такова сущность космической боли. Новому быть суждено, и преображенная планета будет выражением эпохи Матери Мира. Так сказано на пороге событий Владыкой. Великое время накладывает ответственность за все, что совершается человеком, на все встающие на пути против будущего, на безумие творящих под солнцем. На все, что еще раздирает землю раздорами, войнами, неуравновешенностью, это прямое нарушение космического закона. И это, люди, которые идут по этому пути, будут страшно наказаны. И на это смотрите, как на явление уходящего навсегда, прошлое, темного века. Эпоха матери. Это эпоха света, простоты, красоты и всеобщего братства. Новая эра победно наступает, и нет таких сил в мире, которые могли бы остановить это мощное наступление новой эпохи, эпохи Матери Мира. Так сказано, мудрость Владыки, сила дальних миров, огонь беспредельности и сияние звезды Матери Мира шлют утверждение нашего бытия. Мы из библиотеки «Живая этика». Ну, живая, потому что мы все живые. Этика, кажется, от слова «этикет». Но этика – это борьба каждого с самим собой. Соблюдение заповедей, как личный путь к Вышнему, где все равны. Это открытие мира в себе, как жители Вселенной. Соучастие в жизни Вселенной. Учиться, учиться и учиться. Как жить не только в физическом, но и в духовном пространстве. 40 лет прошло уже, как я впервые взяла книги «Учение Агни-йога», «Учение Елены Ивановны Рерих», записанное на диктовке ей выше. 40 лет прошло много школ, и только для меня вот эта школа, школа учения Рерих, я считаю, самое нужное и верное человеку. Сейчас я вам читаю мое маленькое стихотворение, одно из последних, посвященное матери. Не обижайте матерей. И вы, имея дочерей, не обижайте матерей. И прежде чем скажите слово, оно ведь к вам вернется снова. Не обижайте матерей. Обида ваших матерей, землетрясения, урагана, спрессованы в земле моей, не обижайте матерей. Все дочери, сомкнитесь рядом, спасением матери своей, земли родной, России милой, не обижайте.
воскреснет, как Агнец Христос. А Господь всепрощение вспомнит, возведет в небеса людям мост. Thank you.
Сейчас для вас прозвучит русская песня из цикла шести пьес для фортепиано в четыре руки Сергея Рахманинова в исполнении Екатерины Гольцевой и Ирины Денисовой.
благоухают одинаково. И когда утверждаем любовь, красота и действие, мы знаем, что произносим формулу международного языка. Восточный романс, римский Корсаков, исполняет Екатерина Максакова, за фортепиано Ирина Денисова. Благословляю вас, Иса. Петр и
поэзии Серебряного века. Алексей Максимович Горький дал им величественное определение – письмена. Даже название его стихов необычное – «Священные знаки», «Благословенному», «Увидим», «Наставление овцу», «Ходящий в лес». Послушайте отрывок из стихотворения Николая Рерха «Священные знаки». Мы не знаем, но они знают. Камни знают, даже знают деревья и помнят. Помнят, кто назвал горы и реки, кто сложил бывшие города, кто имя дал незапамятным странам, неведомые нам слова. Все они полны смысла. Берегли письмена мудрые тайны. И вновь явно все, все ново. Сказка предания сделалась жизнью. И мы опять живем, и опять изменимся, и опять прикоснемся к земле. Великое сегодня потускнеет завтра, но выступят священные знаки. Тогда, когда нужно, их не заметят. Кто знает, но они жизнь построят, где же священные знаки? Надо сказать, что стихи Николая Рерха необычные и часто нуждаются в пояснениях. Священные знаки – это вехи для прозрения духа на земном пути. Они расставлены и по закону свободной воли должны быть найдены и применены самостоятельно. И это закон для всех рожденных. Продолжим о стихах. Язык сердца не нуждается в многословии. Пусть каждый, томимый духовной жаждой, прикоснется к этим каплям, прекрасным по форме и глубоким по содержанию, философским, поэтическим, жемчужным. Я прочитаю стихотворение Рерха «Капли». Твоя благодать наполняет руки мои, в избытке льется она сквозь пальцы, не удержать меня всего. Не успеваю различать сияющие струи богатства. Твоя благая волна через руки льется на землю. Не вижу, кто подберет драгоценную влагу. Мелкие брызги на кого упадут? Домой не успею дойти, и за всей благодати в руках крепко сжато. Я донесу только капли. Красиво звучит, не правда ли? Что гармонией своей заполняет все сущее.
не свирепей, но сквозь море взбешенного вой влег его величестве благолепие. По ступеням взлетает наверх все постылые скимов одежды. Здесь намерен последний он грех сжечь в огне затаенной надежды. Но нет пламени в чаше святой, через край осыпается пепел. Гождь развеял он над головой, да во тьме стал незнающим светил. Вновь маяк озарил берега, обрело слово снова всю силу, осветив неживых черепа, указало покинуть могилу. И отхлынуло море, из недр вышли те, вновь обретавшие зрение. Снова мир стал свободен и щедр, и прервал ангел падших. Его хождение по святыням русским превратилось в лаконичный завет.
красивейших городов России прошло 800 лет, а наш город по-прежнему и древним, и славным, и молодой. Жемчужный город, конечно, является Кремль. Нижегородский Кремль – это историческое лицо нашего города. Он очень красив. Здесь всегда приятно прогуляться и отдохнуть всей семьей. Каменным ожерельем раскинулся он на холме. Однажды заглядывая на 120 лет назад, перед нами уже не боевая крепость, защитница города, а полуразрушенный Кремль. Стены все в трещинах, а неудачные ремонты и перестройки исказили первоначальный облик Кремля. Деревянные кровли со стен были сняты, зубцы понижены, бойницы заложены, а Высокогребская и Зачайковская башни из-за лес световые эффекты. Солнечные и теплые, она ведет зрителям к высокому берегу, вглубь и вверх картины к мощным сторожевым башням, часовые северные, возвышающиеся на холме. Здесь смутное время Кремль обратился к международным с названием «Защитить Отечество». И чувствуешь, восхищенного в Саджу, Сикиме и Картину Тянами. Пошли на заметную гору против течения горного ручья. Ущелье постепенно сужалось слева, в желтой песчаниковой горе увидали пещеру, несколько этажей. Подходы к одной пещере совсем выветрились, высоко остались отрезанные входы. Как орлиные гнезда, так начало время, огромный скальный массив, проведенный лазами, пещерами и вырубленными в толще поленьями, торжественно высится над лучами ветер. На фоне коричневого гор и розовато-голубоватых жемчужных вершин. В течение того времени Индии легальной речь писала, тянется сердце Индии к Руси необъятной. Притягивает великий магнит индийский сердца русские. Красота заложена в индорусском магните. Сердце сердцу весь подает. Почти 25 лет прожила семья Великов в Индии. Всегда помня о родине и работая для России, внесла огромный вклад в укрепление культурных связей нашей страны с Индией, которые по праву называют мостом между двумя государствами. И мы, поддерживая эту дружбу, подготовили красивый индийский танец в исполнении Надежды домой.
самый лучший. Кто с ним может сравниться? Be.
заключение нашей встречи и разговора о Рерихе мы хотим сказать несколько слов о нашем земляке, для которого Николай Константинович Рерих был духовным наставником, а брат мой Борисе Николаевичу. На сцену приглашаю Михаила Алексеевича Чернова. Всегда.